Всех приветствую на своем канале. Сегодня я хотела вам похвастаться своей недавней работой крючком. Это крестильные пинеточки. Связаны они очень просто крючком из пряжи хлопковой бегония от Yarm Art. Вот так вот связано просто овал донышка, подъем. Вставила я ленточку, украсила ажурчиками и также сделала из ленточек цветочки. По краям точно так же я связала небольшие ажурчики. Получилось довольно-таки миленько. Слегка их подкрахмалила для того, чтобы они держали более красивую форму. И в итоге получились вот такие замечательные пинеточки. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!